Помню, чего говорили клевиска? Говорили. Ой, резинка упала. Резинка. Давай, давай, давай мою фишку. Давай сейчас, я потом. Давай бежи, я тебе даю 5 и мимо вот так вот даю 5. А мимо? Да, давай. И вот на это тоже, да. Всем привет, друзья! Сегодня мы находимся вот в таком прекрасном месте, музей-заповедник Царицына. Смотрите, вот эта мадам, она меня уже тут 100 лет ждет. Итак, мы не виделись давно, очень долго, и сегодня мы с вами будем по этим красивым вот местам. Отправиться с нами. Вот просто посмотрите на эту красоту. Ну что, поехали? Только что нас убедили купить этот прекрасный мохито, который здесь стоит 250 рублей. Мы не хотели это делать. Но мохито — это просто моя слабость. И в итоге, в общем, так получилось. С этой стороны мы с тобой чокнемся. Вот с этой. Ну, отлично. Сейчас будет происходить просто что-то страшное, я не знаю. Господи, что она делает? Советуем. Сижу вот. Спасибо.
Ага, снимай, дворец, верти, да. Попала, молодец. Отлично. Да, держи, да. В общем, мы прошли очень... Секунду, подождите. Вот, вот так хорошо. Ой, резинка упала. Резинка. Да, снимай. В общем, мы прошли... Мы прошли уже, наверное, где-то полпути, полпарка, полмузея-заповедника. В общем, вот сейчас мы... Тут такие прекрасные штучки, и сейчас вот мы отдыхаем. Человек? Человек устал. Все, друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, оно вам понравилось. Не забывайте подписываться, ставить большие пальцы вверх. Желаю всем хорошего дня и до новых встреч!